Добрый день, друзья! Сегодня у нас с вами 15 октября. И по народному календарю это церковный праздник Куприян и Устинья. Этот праздник издавна считался страшным, потому как в этот день на человека могла напасть нечистая сила. Опасаться ее нужно было, особенно пьяницам, грешникам, тем, кто ругается и сквернословит. Таким людям черти цеплялись особенно и пытались им навредить. Что нельзя было делать на Куприянов день? Ни в коем случае не проводите никакие сделки, особенно с малознакомыми людьми. Не пускайте в дом незнакомых людей с животными. Считалось, что под их видом в дом может проникнуть нечистая сила. Нельзя было носить в этот день слишком яркие вещи. Таким образом, можно притянуть к себе дурной глаз ведьмы либо колдуна. Народные приметы на 15 октября. Если в этот день дождь, зима будет холодной. Дует южный ветер к теплой зиме. Небо слишком ясное, значит, будут заморозки. Дует северный ветер, зимой будут стоять крепкие морозы. Весь день летят листья, значит, холода не заставят себя долго ждать. Если утром 15 октября вы увидели иней на траве, значит, ближайшие 3 дня будут теплыми и солнечными. Безветренный день, ночью обязательно ждите заморозки. Кошка в этот день сидит целый день в теплом месте, скоро выпадет снег. Рожденные 15 октября наделены сильной харизмой и притягательностью. Ну и на этом я буду заканчивать. Всем желаю здоровья, успехов и удачи!